Одними из первых в Астане проголосовали солдаты и офицерский состав войсковой части 68-665. Избирательный участок номер 114, расположенный на территории аэромобильной части, открыли ровно в 7 часов утра, и сразу же перед урной выстроилась очередь. За ходом голосования следили двое наблюдателей, один от политической партии, один независимый. Нарушения во время голосования они не заметили. На 114 участке зафиксирована 100% явка избирателей. Все 459 десантников выполнили свой гражданский долг. Аналогичная активность, по информации Министерства обороны, наблюдалась и на остальных избирательных участках, в воинских частях и учреждениях вооруженных сил. Рядовой Юрий Грудманис голосовал, как он говорит, за престиж казахстанской армии. Участник трех парадов в Астане к этим выборам готовился основательно, внимательно изучил платформы всех партий и отдал голос тем, чьи идеи ему оказались близки и понятны. В наше время военнослужащим уделяется большое внимание, то, что смотрят. Так, спасибо. Главное, чтобы просто экономика поднималась, все. Развивалось государство.